Кстати, военная форма вам очень идет, Александр Николаевич. Ну, я давно в военной форме. Вы знаете, пограничник, да? Это принципиально. Дело даже не в этом, что я там и в погранвойсках, и в армии служил немало лет. Дело ведь в том, что если главнокомандующий, а ведь я же главнокомандующий вооруженными силами, да, приходит к военным в военной форме, они его считают за своего. Это я знаю, поскольку сам офицером служил. Поэтому это не какой-то там выпендреж. Меня много критиковали за это, но сейчас уже привыкли.